Алло, бля. Да ты не Здорово. успел, бля. А ты сейчас не зайдешь все равно. А, да, здорово. Сейчас не работает. Не, ну ты пробуй, пробуй. А вы что, у вас уже овка, что ли? Вот, Да. ожидание идет. Да выйдите, ее. Ты не сможешь Да зайти, ты не Юра. зайдешь. Почему? Он Юра, потому что сидит тоже такой. Серваки не пускают. Мы, кто зашел в 9, тот играет. В смысле, что за хуйня? Ну, в 9 еще не работали. Где-то в 9:30 все уже. То есть, кто Блин. зашел в профи-клуб, блядь, тот и нормально. Если не То выходить. есть сетевая авторизация временно недоступна в Ориджине, что ли? Не Да. знаю я. Ко всеобщему Не в облегчению они Ориджине, а не в выбрались Коде. из зоны вылета. Но теперь, чтобы побороться за место в высшей лиге, придется играть буквально на пределе Нихуя себе возможностей. посуля. Я думал, Крюн побежит. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Вот О, они. нихуя у меня, блин. Димарич. Блять, твой оттуда. Навешивает в штрафную, есть Нахуй там кому ботинок сыграть. побежит туда. Защита первая на мяче, вынос. Свисток арбитра угловой. Стойте. Стоп, разыграем. Игорь, смотри далее. Мы на подборе. Подожди, И подожди, решили Сань, ну разыграть блядь. быстрее угловой. Нельзя здесь мяч Зон. терять. Детские ошибки, ёб Свисток твою мать, арбитра блядь. будет штрафной. Карточку почему-то решил не Ну-ка, показывать. дети, станьте взрослыми. Вообще все розыгрыши, блядь, тогда, когда игрок остановился не на ходу. Надо торопиться, блядь. Ну, знаете, я немножко хакер, я фифу запустил. Может получиться Ну, интересная хуй, хуй атака. он не войдет. Что за нахуй? Защита Ноги. справляется. А как это надо было? Будут вбрасывать А, мяч это ко мне футболисты из-за бежал, может, боковой. как-то так. Может, он держи его, нахуй. Да, блядь. Следует скидка. Пиздец, ну, блядь, ну как Оставьте так-то? мяч Ёбаный откатывать. рот, Счет нахуй. открыт. Быстрый гол А смогли хули он у забить. меня В упал, лучшем блядь? начале, Он наверное, просто, и блядь, мечтать пришел, не могли. А вот сопернику теперь походил. действительно будет Зачем очень ты тяжело приезжаешь? вернуться в игру. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, действительно так, и защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. Посмотрим за этой атакой. Крутите их, вертите. Отобран мяч, надо возвращаться. И как Ну нахуй, провис! сука. Опасно! Собака, блядь. Штанга! Не фертите, блядь. Реми. Да, ебаная хуйня. Есть, да, такое? Обратный пас. Очень быстро сыграл. Ди Мария. Сейчас что, танцует? Реми. Брат. Ставит Ой, блядь, корпус, мяч прыгнул. укрывает мяч. Месси. Беги, ботинок! Вот какая техника, Беги, как он нахуй! обращает. Месси! Блядь, у меня Спасает все на вратарь, место но бежал, мяч надо у за него атакующей бегать. стороны. А, есть такая хуйня. Желтый. Ди Мария. Отличный Блять. отбор, но кому достанется мяч? Санья. Выбит мяч из штрафной. Мюллер. И Тут гол. может быть опасно. Хорош. Здорово открылся игрок под этот пас. И есть гол! Хорошая позиция была. Филигранный удар в девятку. Прекрасный гол. Равный счет у нас. Все заново начинается. Снова равенство на табло 1-1. Это может быть опасно. Не дает добраться до мяча соперника. И пас обратно. Скучновато. Бьет! Эх, чуточку точнее мяч мог бы оказаться в ворот.
Это может быть опасная атака. Простите. Тут его прижимают, не дают пространства. Игра остановлена штрафной. Нахер мне дают. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Реми. Нарушение и штрафной удар. Блять, нахуя тормозить? Как от дерева ушел. Все, говорите, че. Сейчас. Выходят. Они выходят. А хотя там один бот. Давай на 11 туда и. Да. Бля, на сколько барты? На 2.5. Попробую. Давай. Вот это ушлепки. Ох, бля. На 2 она была. Послав же полетела. Блять, ебаный сучок. Суарес Эспино. Сколько нас и тут пробил! Много. Дальний удар и совсем рядом со штангой прилетает мяч. Ром, останься. Да я оставался. Везде мяч у защитника, он сыграл надежно. Короче, нашел. Он в Бразилии тоже не работает сейчас. Значит, Бен, что ты делаешь, блядь? Хорошо увидел партнера впереди. Я ничего не делаю. Я все равно. И пробил. Сука, блядь, нахуй. Выходит один вперед благодаря этому забитому мячу. Очевидно, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. Пока чё, мы блядь, видим игру в одни ворота, футболисты явно поймали кураж. Счет 2-1. Блять, ну вы или бежите, блять, или бежите. Это может получиться что-то хуй стоящее. Знаю, до конца он играл в этом эпизоде я и спас пока свою побежите, команду. Блядь, не бежите нахуй. Мюллер. Беги. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Мак, сука. Не, он мяч сыграл. Начал атаку своей команды. Что еще нужно? Там, блядь, у нас, знаете, он будет лесуже мяч сыграл. Теперь надо грамотно вести мяч в игру. Врываться в штрафную тебе, блядь, там одному тебе не вариант. Привет. Раз. Ну. А ты успел зайти в Ориджин? Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Кто? Ложатся они под кто-то мяч, говорит, лишь бы не было гола. Это я. Это свисток ты? Арбитра у главы. Ёбаный ты. Наёбщик, блин. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Бентеке. Это может быть опасно. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Реми. Подача. Алло. Есть там кому-то. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Невероятной точностью удар головой и гол. Мастерский гол. Мастерский. Счет в очередной раз равный. Удастся ли кому-то забить еще? Неплохой заброс вперед. Посмотрим за этой атакой. Стоит отметить чувство действия игрока, вернувшего мяч своей команде. О, хорош. Хуйни, а? Блядь. Блядь, нет, ну нормально, там был удар. Вывешивает в штрафную, забрали, есть там кому сыграть. Нет. Ди Мария. Ах, хорошо. Свисток арбитра. Закрутился. Ну, извини, два подряд таких, если бы проходило, то это не FIFA уже. Это хуй-то. Так, я не понял, блядь, где моё. Я 19-ю фифу не буду покупать, пацаны, нет, всё. Нет. Я тоже ты не буду. Ты сейчас так говоришь. Я тебе нахуй говорю. Придётся. Не.
Что-то у меня какое-то сообщение вылазило в нижнем правом углу. Мне там что написали, что свай не в сети. Да? У меня что-то написано было тоже, но я в игре. Это просто Origin, ступит. Может быть, что-то там наладилось. Вестя сейчас сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч сейчас убран чисто, ну как только успеет первым. Залогинится, блядь. Короче, входа в аккаунт. Вот тут где-то кто-то писал через полтора часа. Хороший вынос мяча из штрафной. 9. Вот это удар! То есть где-то часов в 11 нахуй они должны работать. Побежали! Давай, 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 Мих. Дальше. Тут может что-то получиться. Там надо было самому терму. Надо было выиграть вправо и все. Да, да, да. Блять, ей знаки. Шел ты. Димарис. Синий один. Мюллер. Уже поздняк. Блять, сбились все в кучу. Говорю, синий, блять, один. Не успел уронить. Пока неплохо. Он уходит от защитника. Вот он где, блядь. В центр штрафной. Хороший момент был, но на этот раз голкипер на чеку. Да, дубль пока не получается у этого игрока. Ди Мари. Неплохо действует игрок, мяч отобран. Я там Миша забегал, хорошо. Да, блядь, забегал, забегал. Остальные там не бежали. Реми. Отлично сыграно, надо вот решать. Что бывает, когда вовремя не являешься на сбор, да? Нужно выходить вперед! Невероятный сейф! Наказание. Просто в угол ставят и раком нагибают еще. Все, давай. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. И подает штрафную. Переход! Да ну нахуй, сука! Че дальняя, не? Блять, он с запозданием, блять, это сделал. Отобран мяч, надо возвращаться. Раньше, блять. Ух ты, побежали. Вместе. Бля, выглядит. Смотрите, что творится с ботами, блять. Они стоят. Да че, блять, наши боты, мы сами сколько не забили сейчас в момент. Пять голов уже забито в этом матче, счет 3-2. Бизон, блядь, наш. Две трети матча сыграно, последние полчаса. Блядь, сразу бы на Ве. Реми. Ой, блядь, я удержал. Пас, но соперник вот передачу прочитал. Тут его прижимают, не дают пространства. Мяч перешел к другой команде. Все, хорош носиться, блядь. Здорово играет, очень точно так, делает передачи в сегодняшнем матче. Навес в штрафную. Назад. Дает тут защита, время на обработку мяча. Нет, да что за хуйня-то? Не мальничайте. Вот, хорош. Надо забивать и сравнивать. Ой, пиздец, ну как, блядь. Да, все усилия, как? Вся эта атака. Парни, если такими не забиваем, для чего мы хотим? Создавали что-то, и все, теперь можно заложить на ноль. Не забивает игрок, и, к сожалению, его команда продолжает проигрывать. Какие надо, блядь, решать, нахуй? Это наша скиллы без оригинов, блядь, опущен. У них потерял тоже, конечно. Мяч, но кому он достанется? Реми. Прекрасный пас на ход. Мюллер! Хорош. И сравнивают они счет. Еще есть время. Забивают. Давайте, и снова давайте, ничья еще, на табло. Все только начинается. Блин, этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивались с таких дистанций. Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному срослось. Кто-то не доглядел, а кто-то вовремя подсуетился. 20 минут до конца основного времени матча. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Это штрафной. Штрафной же, блядь, слышишь? Охуе. Это может быть опасно. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Не себе выиграл. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Штрафной. Нет, нету стикера. На кого у вас что-то тут много стало? Зелененькие. Разбежались по позициям, блядь. Реми.
может быть опасно. Удар поворота. Вратарь намертво забирает мяч. Месси. Сандания, блядь. Выше ворот. Хороший удар головой. Он удачно выбрал момент и прицелил. А что он ушел от нас, кстати? Но мяч в створ ворот не попал. А, что-то он там, блядь. Ему сказал, что, блядь, придется нахуй, блядь, ротироваться. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ага. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под Бизон этот пас. 19, блядь. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Месси! Да, сука, блядь, нахуй. И забивают они. Выводит этот гол их вперед. Ну что, чем ответит соперник? Блядь, одна беготня, вот что-то, блядь, какой-нибудь диванный эксперт скажет, что вот нет ничего особенного, блядь, все, толпой, в этом даре. Ну, закрутил, нахуй, подумаешь. Блядь. Ну, мало так закрутить, надо же еще и исполнить технически этот удар. Давай, и вот футболисту, блядь, это замечательно удалось. А, очень результативно у нас сегодня матч. Розыгрыш с центра поля уже... Да потому что не надо торопиться, пусть он забежит, блядь, за него. Вот он его мимо пробежал, блядь, с ботами, блядь, поравнялся. Можно было получше мячом распорядиться. Тут может что-то получиться. Отличный отбор, но мяч-то кому достать? Чего ждем? Через фланг идет атака, есть свободное пространство. И вперед он идет. Ну разыграйте, ну блядь, стою же я перед тобой. Там есть кому сыграть. Ну, хоть хотите, хотите, и, блядь, выходи нахуй. Пиздец, теряем мячи, блядь. 5 минут еще играть. А у нас еще ничего не ясно. Отлично сыграно, надо решать. Отличный удар. Удар! Вратарь на высоте! Игра остановлена, будет угловой. В центр штрафной мяч направлен. Видишь, Лайнсман показывает на угол поля. Будет подача. Или розыгрыш, посмотрим. Хороший удар, какой получился, рядом со штангой. Прицельно бил в угол и уже видел мяч в воротах, но чуть-чуть не хватило везения. Блять, чуть выиграть. А головой атака продолжается. Пас на ход, может быть, интересно. Синий. Ой, хорош. Желтый. На... Есть, отнесу этой передачи. Бить и сравнивать счет. Ебучка, блядь. 90 минут, давайте, хуярьте туда, вперед, блядь. Вешай, блядь. Блестящий он сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нет, синий. Выбит надо. Мяч из штрафной. Хуяси. Да, все, пизда. Все, да. Уже хуй успеем, блядь. И звучит финальный свисток. Команда проиграла два последних матча. Похоже, есть проблемы с психологическим настроем. Посмотрим, смогут ли они превзойти. Что говорить, нахуй? Нужно было свое решать, нахуй. Кстати, там их. Пробуйте заходить, там говорят, уже вроде заходят. Сейчас попробуем. Ну, третий гол, конечно, да.